Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Давно на канале не выходило ничего крылатого. Давайте сегодня вместе приготовим домашнюю утку. Для утки нам нужно утка, соль, итальянские травы и сушеный чеснок. Для начала маринуем утку. Соль и специи мы не жалеем, добавляем побольше. Солим и перчим с двух сторон. Оставляем на 2 часа. Кладем утку в противень и отправляем в разогретую духовку выпекаться. Готовим соус для утки. Нам нужно вино, мед, горчица и 1,5 лимона. Соус готов. Каждые полчаса переворачиваем утку. И поливаем соусом. Отправляем обратно в духовку. Спустя 2,5 часа наша утка готова. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Если понравилось наше видео, не жалейте, поставьте палец вверх. Желаю всем приятного аппетита!